Кирюшка, доброе утро! Дотя, у нас сегодня с тобой, знаешь, что за день? Сегодня у нас с тобой розовый день. Мы сегодня с тобой будем снимать 24 часа розовый цвет. Смотри, ты уже в розовом. Спишь в розовой кровати? Ну, не розовая кровать, сама кровать беленькая, а простынь. И все такое. И все такое розовенько. Так что у тебя сегодня целый день розовый. Смотри, даже браслеты у тебя розовые. Да. Ну все, тогда встречаем розовый день. Встаем. Да. Доброе утречко. Доброе утро. Ух ты, Кира! А у тебя не только... А ну покажи, покажи. Да ты вся порозовела за ночь. У тебя и волосы розовые. Обалдеть! Ну тогда точно, пошли смотреть, что у нас есть розовое. Смотри, розовое полотенце? Ага. Есть. Розовая, 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 розовая паста? Есть. Розовая щетка? Это щетка? А ну проверяй. Розовая щетка. Ух ты! Все розовое. Ну почти розовое. Но волосы у тебя как порозовели за ночь. Они, наверное, точно знали, что сегодня будет розовое утро. Ага. Доброе утро. Чистим Доброе. Зубы. И что делаем? Кушаем. Кушаем. А теперь я умываюсь. Жалко, вода не розовая. Ага. Но ее розовую никак с крана не сделаешь. Ну, это точно. Теперь кушать? Кирюшка, смотри, у тебя есть розовая тарелка, розовая чашка, какие-то хлопья в розовой упаковке, по крайней мере. Но они клубничные, но я не уверена, что они будут розовые. Но будет считаться. Есть розовый йогурт, один розовый йогурт, второй розовый йогурт, а также для тебя есть розовое молоко. Круто, мама. Мама, да? А если что, чай считается за розовый? И, конечно же, тебе еще и чай розовый. Что ты будешь на завтрак, мой розовый человечек? Я посмотрю, розовое ли это, и хочу попробовать. Если оно не розовое, то я буду кушать это. Проверяем. Что у нас там? И? Да, она розовая. Ух ты, хлопья тоже розовые. Разные узоры на них. Но все они розовые. Прикольно. Засыпаем. Давай. Они вкусные. Розовые хлопья. Открываем розовое молоко. И заливаем наши хлопья. Настоящий розовый завтрак. Мам, а одевать я что буду? Конечно, тоже все розовое. Да? Обязательно, у нас сегодня розовый день. Мы сегодня кушаем розовую еду, ходим во всем розовом, покупаем все розовое. Даже я к тебе немножко присоединилась, я тоже в розовых джинсах. Поэтому мы сегодня с тобой будем две розовые девочки. Мам, у меня же есть и юбка розовая, и сарафан. Как мне выбрать? Я думаю, что можно спросить у подписчиков в Инстаграме. Сделаешь сторис? Сделаю сторис и спрошу, какой мне наряд одеть. Это будет отличная идея. Давай пять. Давай. Я кушаю. Ребят, а пока я кушаю, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайк и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного нового видео. О, тебе спасибо, мальчик. И тебе, девочка, спасибо за подписочку, колокольчик и лайкусик. Кирюшка, смотри, ты уже съела хлопья, уже кушаешь йогурт. И тебе розовый чай. Я не знаю, видно ли на камере, но он... Розовый. Розовый, посмотри. И пахнет малинкой. Настоящий розовый чай. Пожалуйста, твой розовый завтрак продолжается. Ребят, я уже покушала, попила чай. И сейчас хочу
выложить сторис. Какой мне наряд выбрать? Сейчас я вам их покажу. Что у нас есть, Кирюшка? Это юбка. Как обычная юбка, только здесь еще сзади. Шлейф красивый. О, розовые колготки. Футболочка. Футболочка, я думаю, что тоже пойдет под розовый, потому что тут есть куча розовых сердечек. И, звездочек. Конечно же, у нас мам, есть... звездочки. Ой, точно, звездочки. А еще есть у нас сарафанчик. Сейчас мы будем в сторис узнавать, что же Кирюшке одеть. Взяла вот так. Сторис готов. Отправляем. Готово. Всем отправить. Теперь ждем результатов. Прошло 10 минут, и результат. Надо одеть сарафан. 52% сарафан и 48% юбка. Тогда одеваемся. Одеваемся. Так, это я могу отложить. Юбка мне не нужна. А буду я одевать. Ребят, я уже переоделась. Как вам мой наряд? Пишите в комментариях. Ну а сейчас надо расчесаться, а то у меня на голове черти что. Кстати, расчесываться я буду светло-розовой расческой. Такой прикольный. Буду расчесывать розовые волосы, светло-розовой расческой. А какие у нас планы? Что мы будем делать, Кирюш? Ну, я так думаю, то, что мы пойдем шнурку мышек покупать, а то он давно не кушает. Поедем на птичий рынок за кормом? Угу. Договорились. А потом куда-нибудь в магазин за чем-нибудь розовым обязательно. Угу. Я расчесалась. На всякий случай возьму резиночку. Нет, эта резинка не подходит. Тебе нужна розовая. Ну тогда ищем розовую. Ищем розовую резинку. Кстати, Кирюшка, тебе еще нужно поменять твой розовый телефон. Да. Вернее, телефон поменять на розовый чехол. Давай сразу же это все сделаем. Ну тут попсок, это розовый, мама. Нет, 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 не подходит. А рюкзак ты с собой какой берешь? Вот этот. Какой? Он же розовый, смотри. Ты думаешь, он пойдет за розовый? Да, ну посмотри, розовый. Договорились, так и быть, пойдет. Так, чехол какой мы меняем? О, а можно на вот этот, а можно на этот. Но... А давай еще раз сделаем сторис, спросим, какой чехол брать. Давай, ребят, какой чехол мне одеть на телефон на 24 часа, только розовое. Все, отправлено. Теперь еще раз ждем. Ребятки, вы выбрали первый чехол. Кстати, я его уже надела. Все, готово? Да. Собирай свой рюкзак и поехали тогда в поисках приключений и розовых интересных вещей. Я возьму пауэрбанк. Розовый? Да. Только у меня зарядки нет розовой. Ну, зарядку бери уже белую. Пауэрбанк, зарядка, расческу возьми розовую. Я бы хотела маленькую, у меня маленькую. Ну, вот это пойдет, наверное, за розовый. Смотри, розовое? Ну, да. Розовое. Отлично. И едем приключения искать. Угу. Все, мама уже вызвала такси. Я маме говорю, зачем вызывать такси? Там просто на маршрутке 3 минутки. Мам, кстати, ты взяла мои аэрофонцы? Я забыла. Держи, но они тебе не подходят. Тебе нужен розовый чехол. Поэтому поехали за чехлом. А вот наша машина. Поехали. О, мама не кормит. Да. Спасибо большое. Едем? Едем. Опа, опа, опа. Выходим. Все? Да. Розовая девочка. За розовыми приключениями? Да, я хочу крысу. А Кира хочет крысу, представляете? Иди, иди прямо. Так, крысу, крысу, Кирюша. Может, без крысы? Нет. Ой, какие милые, Кирюшка. Очень миленькие зайки. А, я так там.
Это песчанки. А это белки дегу. Белки дегу. Какие прикольные. Давайте его подержать. Нам нужна розовая крыса. Тут розовая крыса. Сиамские, это очень красивые. Сейчас. Очень мало. Она не убегает, как хомяк. Нет, Кирочка, крыса это не хомяк. Самое приручаемое животное. Это, ну, о них можно дрессировать даже, доча. Я пару знаю. Часов он будет у вас передано сидеть на плече, можете с ним смело гулять, то есть никаких проблем не будет. Она еще и дамбик? Да, они еще дамба, оттопыренные уши. Какая прикольная. Ну, таких еще. Мам, дамба. Да. С темными глазами, с красными, он дает с темными глазками. Мне нравится больше с темными, меня красные как-то немножко пугают. Я его не даю с красными. Девочки такие или мальчики? Девочки. Ну, вроде бы девочки. Давайте посмотрим. Попробовала? Это девочки. Я хочу ее, я с ней уже познакомилась. Только она не розовая. Ребят, мы купили крыску, мы купили мышек и мы купили сверчков. Сверчков! В общем, ребята, можете нас поздравить. Мы купили не розовую, но крысу. Марточка ты ее уже назвала? Да. А почему Марта? Я не знаю. Челлендж-то целый день розовая. Может, ее как-то конфетка? Нет? Конфетка – это ласково, так Марта. Мапу, она очень много написала на меня. Ты не салфетка, у тебя салфетки? Так, идем за салфетками в космос. Пошли. Розовые салфетки нам нужны. Да. Да, а потом мы решили, что купить, Кирюшка? Переноску для нашей крыски, да. Чтобы можно было ее перевозить с места на место. Если мы найдем, то розовую. Обязательно, у нас же сегодня розовый челлендж. Кирюшка, есть розовые вот такие, мокрые. Вот только упаковки? Давай мокрые. Влажные? Да. Ну, держи туда, розовые. Давай возьмем и такие, и такие. Окей. Окей? Пошли. Осталось только 200, ай, к сожалению. Ну какая разница? Нет, большая, нам надо розовый. Сейчас попробую, если поменяю на розовый, потому что оно у меня стоит 150 рублей. Вот нам розовая нужна, если найдете розовую, хорошо. Шикарно будет. Вот это еще прикольно, но это большая очень, нам такая не нужна. Для кроликов, посмотрели, там нарисован для кроликов. Да, нам такая большая не нужна. Нам нужна маленькая. Кира, шикарно. Все, посмотри, какая прелесть. Одна последняя. И еле уболтал, чтобы она мне ее поменяла, если честно. Это она все. Захотела. У нас просто сегодня день розовый, поэтому вот нам так. Нужно все розовое. Без проблем. Вот так. Прямо, пожалуйста, трошки. О. Есть. И давай вот эти штучки туда забросим. И... Тебе коробка уже, я думаю, не нужна. Нет. Правильно? Вот так. Мы ее так оставляем. Все, хвостик, моя дорогая. Хвост, 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 хвост. Все. Супер. Пожалуйста. Я тебя поздравляю. С розовым. С розовой переноской. Какая миленькая, маленькая. Все, теперь я точно готова. Ребят, я, конечно, хотела провести челлендж 24 часа только розовая, но я не думала, что он будет настолько крутым. Вообще, я теперь с подружкой договаривалась погулять. Буду с крыской. Мы хотели на пенибордах покататься, но мне перехотелось, она будет кататься. Я и плохо катаюсь на нем, мне надо еще хорошо научиться. Я буду с крыской играть. Так что едем в мегамаркет, потому что я проголодалась. Крыска у меня уже засыпает на руках. Покажи, покажи. Ай, ты красавица, ку-ку. Сейчас мы идем к папе, похвастаюсь своим новым питомцем. Думаю, папа будет рад. Привет! Ух ты! Ладно, хорошо. Все, давай, счастливо. Знакомься. Знакомься? Давай познакомлюсь. Как? Как зовут Кира? Эмили. Или Эмма. Симпотная. Прикольная? Да. Кирюшка, мы пришли в магазин. Что мы будем покупать? Не знаю. Посмотрим. О, может розовую ручку какую-то купить? Розовую ручку? Давай посмотрим, что есть розовое. Розовая ручка, может быть розовый блокнотик. Есть ли тут розовая ручка? Фиолетовая.
О, кстати, такие ручки очень крутые. Можно взять эту? Розовую ручку. Угу. Есть такие, нет? Есть такие, нет? Хорошо. Так, что, розовые стикеры? У тебя, кстати, стикеров нету. Нужны тебе стикеры? Нет, я недавно покупала. Блокнотик розовый не нужен? У меня блокнотиков миллион. А вот... Хотя не, у меня есть. Может, мне ничего не надо? С ума сойти, идем дальше. Ребят, необычную воду нельзя пить. А можно пить только розовую воду. Так что пойдемте вместе с вами искать розовую воду. Идем искать розовую воду. Думаю, что-то подобное найду. Например, розовая вода или розовый сок, да? Что нам можно взять розовое? Ищем. Что тут есть розовое? Кирочка, вот это не розовая? Розовая, я не знаю, что это. Еще вот такой другой. Я не знаю, розовый он будет, не розовый, но это персиковый. Ну, по крайней мере, упаковка розовая. Берем? Берем. Кира, смотри, вот есть вообще большая бутылка розовой воды. Ой, я знаю, она... Не очень вкусная? Все. Что еще? Розовые чипсы? Где мы их найдем? Ну вот чипсы. Ну где мы найдем розовые чипсы? Есть только вот такие с крабом. Смотри. Ну сами они же не розовые. Ну упаковка же розовая? Розовая. Берем розовые чипсы? Ну берем. Шипучие розовые конфетки. Так, ну тогда давай кулечики, набираем только розовых. Ага. Розовых конфет. Это все шипучки? Да. Ты есть? Пробовала их? Да, есть еще не шипучки. Но мне больше нравятся шипучки. Смешивать их нельзя. Так, все? Да, можно одну вот эту. Ну ладно, двери. Кирюшка, розовая? Да. Берем? Берем. Мы уже набрали 1, 2, 3, 4, 5 вещей. Давай я тебе еще предложу одну розовую вещь. Смотри, выбирай, что тут у нас есть розовое. Есть розовая фрутелла. Смотри, есть розовые тролли. Три розовые какие-то зубы. Розовая клубничка. Даже не знаю. Можно взять розовую клубничку? Бери. Берем. Розовая. Боже мой, у нас сегодня все розовое. С ума сойти. Кирюша, розовое мороженое. Спасибо. Забираем нашу Эмили. Жалко, что Эми нельзя мороженое, а то она бы это оценила. Я думаю, да. Ребята, мы уже пришли домой. И подготовили клетку для нашей Эмили. И посмотрите, она у нас, та-дам-та-дам, тоже розовая. Вот это нам сегодня просто с розовым цветом везет. Очень. Сейчас мы будем Эмили заселять в ее новый домик. Ну что, давай, Кирюшка. Что? Она любит на плече сидеть, да? Это же крыски. Крыски очень любят на плече сидеть. Да? Красавица. Ты такая красавица. Ну что, заселяем? Да. Ой, сейчас. Иди ко мне. Это так щекотно, если честно. Что ж тут щекотного? Сюда. Ну иди сюда. А Шанти? Мам, покажи Шанти. Шанти, уйди, не хочу даже показывать. Иди сюда. Как ее аккуратненько взять? Опа, давай. Она так и хочет сидеть на плече. Ладно, заселяем. Заселяем. Та-да-дам! Эмили, поздравляем! Ты в новом домике. Ух ты, ух ты! В новой семье. Мы тебя очень будем любить. И ты, кстати, сегодня в розовом домике. Да-да. Потому что у Киры сегодня розовый челлендж. 24 часа только розовый. А еще мы купили розовые чипсы. Ты чего? Розовые желейки. Розовую шоколадку. Еще одну розовую шоколадку.
Опа! Ручка. Розовую ручку и... Розовые конфетки. И розовые конфетки. Дай мне, кстати, конфетку. Эмили нельзя. Тут а мне она можно. Вот такая. Ой, убираю скорее. Пока никто не видел. Так, мне. Мам. А ты говорила, она шипучка? Да. А ну открой, мам, я хочу попробовать. Кстати. Смотрите. Конфета тоже розовая. Прикольно. Мам, кормушка. Розовая. Та-дам! И кормушка тоже у нас розовая. Это круто! Это просто супер! Ну что, ребята? Понравился наш челлендж? Ставьте лайкуси! Подписывайтесь на канал Малефисента! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ловки вас. А, нет, нажимайте на колокольчик, да-да, чтобы не пропустить ни одного нового видео. Ловки. И обязательно пишите в комментариях, что вам больше всего понравилось. Наряд, покупки Эмили. Или Эмили. И вообще, понравился ли вам этот челлендж. Всем пока-пока!